Городские новости в эфире программы «Столичные подробности» в студии Елена Тиханович. Добрый вечер. В Новый год с новыми надеждами. Реанимационное отделение для новорожденных открылось в 6-й больнице Минска. Это стало еще одним шагом к обеспечению демографической безопасности столицы. Оказание современной и качественной медицинской помощи матерям и детям – неизменный приоритет. Наш корреспондент Виктория Ходосок одной из первых познакомилась с возможностями реанимационного отделения. Он первый пациент нового отделения реанимации для новорожденных. Этому малышу чуть больше 15 часов. Сейчас он под тщательным наблюдением врачей. Медики обнаружили у мальчика подозрение на воспаление легких. Круглосуточно с ребенком находится и медсестра, и врач. За пациентом интенсивно осуществляется мониторинг. То есть помимо того, что мы видим все показатели жизнедеятельности ребенка на экранах, также персоналом отслеживается динамика по дыханию, по стабилизации гемодинамики. Одновременно в новом отделении могут находиться 6 пациентов. Здесь для них оборудованы 6 аппаратов искусственной вентиляции легких и столько же кювезов. Это как раз то место, где и лежит малыш. Ежегодно в 6-й клинической больнице рождается около 5500 детей. Малышей с тяжелыми патологиями до сегодняшнего дня наблюдали медики перинатальных центров. Но то ли дело сейчас. Современное оборудование нового отделения позволяет не разлучать маму и ребенка. Раньше такие пациенты наблюдались у нас на посту интенсивной терапии, который находится в структуре отделения новорожденных. А консультативная помощь оказывалась выездными бригадами реанимационными из 3-й детской больницы. И как только ребеночек становился транспортабельным, такой ребеночек переводился в отделение реанимации для дальнейшего наблюдения и лечения. А тем временем страна прирастает. Только в новогоднюю ночь в роддомах столицы раздалось 30 жизнеутверждающих голосов. Появилась на свет и первая тройня 2017-го. За 20 лет в Беларуси впервые и перевес в сторону жизни. А это уже исторический факт. Рождаемость превысила смертность. Виктория Ходосок, Михаил Потягов, телекомпания СТВ. Ностальгия в современности. Легендарный кинотеатр «Победа» закрылся на реконструкцию. Здание построено в середине прошлого века и является памятником архитектуры. Поэтому его стилистику сохранят. А вот техническая часть будет соответствовать требованиям 21-го столетия. Веста Йорж запечатлела исторические кадры. Кинотеатр «Победа» – самый старинный в нашем городе. Сегодня он пуст. С 1 января здесь проходит реконструкция. Совсем скоро появятся новые мягкие удобные кресла, экран, который будет оснащен по последнему слову техники. Также интерьер изменится, но классический стиль сохранится непременно. Сегодня прочитали об этой новости, узнали, что на реконструкцию закрывается. В кино ходим часто, стараемся ходить на все премьеры. Кинотеатр «Победа» – яркий образец сталинской архитектуры, как снаружи, так и внутри. Он возводился сразу после Великой Отечественной войны. До этого здесь находился клуб Сталина под названием «Пищевик». Во время военных действий он сгорел. Именно на его огромном фундаменте и вырос кинотеатр. А 6 ноября 1950 года минчане увидели кино на большом экране. 3D, все современные вот веяния, которые существуют в данное время, мы постарались в этом проекте учесть. В обновленном кинотеатре появится второй видеозал, где будут показывать неформатное кино. А вот в основном зале количество мест сократится, за счет чего увеличится их комфортабельность. Появятся новые акустические системы, экраны, но лепниные фасады останутся прежними. Просторный холл сохранит свою индивидуальность, а вот крыльцо вернут к первоначальным параметрам, оборудуют пандусами. Также в ходе исследований выяснилось, что когда-то тон фасада был тепло-серый. Памятнику архитектуры 20 века, который включен в государственный список историко-культурных ценностей, вернут первоначальный облик. Веста Йорш, Алексей Юнош, телекомпания СТВ. Комфорт для болельщиков. В связи с проведением рождественского международного турнира любителей хоккея на приз президента Республики Беларусь до Чижовка-арены, где и будут проходить соревнования, будут пущены дополнительные маршруты. Троллейбусы номер 926 от станции метро «Автозаводская» будут курсировать с 4 по 7 января включительно до 22:00. Также до арены можно будет добраться и на автобусе номер 926. 7 января также увеличат количество троллейбусов на маршруте номер 49. Такой интервал движения, это порядка 10 минут, в полном объеме сумеем обслужить всех любителей и болельщиков хоккейного турнира.
Минимум затрат акции «День скидок» на непродовольственные товары начнутся в торговых организациях Минска уже завтра. Товары по сниженной цене можно будет приобрести вплоть до конца января. С 1 и по 31 декабря торговые организации столицы предлагают большое количество скидок и акций на непродовольственные товары. Разнообразие скидок от 5 и до 50%. Сказка для умных и любознательных. В заводском районе столицы прошел рождественский утренник для многодетных семей и детей, которые достигли больших успехов в учебе. В программе также вкусные подарки и благодарность от главы администрации. На празднике побывал и наш корреспондент Григорий Озаренок. Валера – школьник непростой. Он круглый отличник. В первом классе не учился, сразу экстерном поступил во второй. Ну а сейчас уже в восьмом. Средний балл – один из самых высоких в классе. И сегодня его вместе с другими одаренными ребятами пригласили на необычную праздничную елку. Я очень счастлив. Я раньше никогда не попадала на такие разные мероприятия. Накануне Рождества на утренник были приглашены более 400 школьников. Большая елка, сказочные персонажи, концерт от воспитанников театральной студии Дворца детей и молодежи «Золок» и поздравления от главы администрации заводского района. Мы пригласили сюда детей, которые из многодетных семей, для того, чтобы их поощрить за их хорошую, успешную учебу, за их выступление. Оказаться в королевстве кривых зеркал и пообщаться со сказочными персонажами – наверное, это мечта каждого ребенка. И сегодня во Дворце детей и молодежи «Золок», который переводится как «Рассвет», эта мечта исполнилась. У всех праздничное настроение, все радостные, ждут какого-то события. Каждый ребенок в зимние каникулы ждет волшебства, радости и, конечно, подарков. Новый год уже наступил, однако до начала новой четверти в столице запланировано несколько десятков мероприятий. Традиционно до самого Рождества. Григорий Озаренок, Алексей Колупанко, телекомпания СТВ. Минский зоопарк предложил горожанам расставаться с новогодними елками, принося пользу животным. Здесь будут рады всем, кто принесет живое, отслужившее дерево не на контейнерную площадку, а на корм местным питомцам. Главное условие – на елках не должно оставаться никаких признаков праздника. Ни гирлянд, ни креплений игрушек. Сотрудники зоопарка уверяют, что для многих животных такое живое дерево – настоящее лакомство, которое они могут позволить себе не так часто. И последнее. Завтра в Минске ожидается ухудшение погодных условий, сильный снег и, как результат, плохая видимость. Уже сегодня автомобилисты делились видео, на котором заметно существенное ухудшение погоды. Кроме того, 5 и 6 января повсеместно резко похолодает. К выходным и вовсе обещают вплоть до минус 25 градусов. Госавтоинспекция и МЧС призывают к соблюдению повышенных мер безопасности. Это все столичные подробности на сегодня. В студии новостей, которые всегда рядом, работала Елена Тиханович. Всего доброго.